проверяем свои возможности при подаче противника, соперника. Проверяем. Что нам необходимо сделать? Ну, конечно, нам надо достать позади задней линии на несколько метров. Ну, хотя бы. Противник сильный, он тренированный, он номер первый в сетке, а вы номер 128. Поэтому не спешите, он подает первый квадрат. Расположились за задней линией 2 метра минимум, лучше больше, потому что вам придется вбежать, прыгнуть, сначала впрыгнуть, а потом рвануться к месту падения мяча, приземления вашего мяча, который посылает вам противник. Согните колени, смотрите на окружающий мир, на противника через обод своей ракетки. То есть надо вот здесь, не здесь, а вот здесь. Да, здесь. Руки прямые. Мы спокойненько расслабились. Готовься, ковыряйся в носу. Мы ждем твою подачу, герой. Дождались? Все. Он вывел мяч на орбиту. И по расположению корпуса вы видите, куда он может направить мяч. Плюс-минус маленькие вариации с ракеткой. Все. Он подает вам под правый угол вашего халфкорта. Вы видите? Вот его ракетка касается мяча. Вы сделали замах, бросились. Раз, два, три, четыре. И вы уже здесь. Вы сделали всего раз, два, три, четыре шага. И вы готовы здесь поразить мяч. Значит, у вас есть время. Мяч отскочил. Мяч начинает опускаться. Неудобная позиция для вас. А вы его оттанцовываете, вы ждете. Потому что вы видите, что вы поймали своего соперника на той половине в центре корта. Он не знал, куда вы сыграете. И вы удобно забежали себе под мяч и сыграли ему под левый. Он, конечно, побежит за мячом, как собачка для забора. Гав-гав-гав-гав-гав. Ну, хорошо. А вы в это время, не спеша, займите доминирующую позицию и смотрите, что он будет делать, как он добежал. Если вы побежите близко к сетке, то вы будете в мертвой зоне. Он вас обведет или вправо, или слева, как захочет. А он останется как бы здесь. И только когда он уже добежал и начинает ваш мяч отковыривать, то вы видите, куда упадет ваш мяч. Он упадет или сюда, или сюда, или прямо на вас. И вы легонечко танцуете и отпустите мячик в пустой угол. И вы выиграете свое очень важное, главное очко в этом турнире. Выиграв первый мяч в этом первом гейме, потому что вы сыграли по правилам, которые вам рассказал ваш тренер, который просил вас не суетиться. Что, ты пришел поиграть в теннис, ты первый. Они все давно играют, тоже опытные. У них рейтинги. Я же тебе объяснял, что такое рейтинг? Да, я помню. Вот, все. Поэтому радуйся. Молодец, хорошо сыграл. Сейчас тебя будут подавать во второй квадрат. То же самое правило. Встань за задней линией, оцени позицию, согни ножки, займи положение с ракеткой. Удобно для тебя. Не напрягай себя, не подпрыгивай, даже для мяч. Ну что ты подпрыгиваешь? Что ты даешь? Не учись у чемпионов, у них свое. Посмотрел мяч на ракетку, скажу, как он стоит. Приготовился. Он выводит мяч для твоей атаки. А ты уже знаешь, куда он будет послать его. Или он пошлет тебе в тот угол, а может быть в этот по линии. И ты морально готов. Ошибки, конечно, могут быть. Но это технические неточности. Но в тебе будет расти уверенность, что ты можешь справиться. И может, ты и сейчас выиграешь этот мяч. И даже легко. Только не зазнавайся, потому что это губит твою мотивацию. Что я все могу, я все умею. Все тренер сказал, показал, я уже гений. История говорит о том, что игрок должен быть мобилизован от первого мяча до последнего. Вот когда твой соперник ошибся на последнем мяче,
Или ты забил последний мяч в гейме, в матче, в сете. Ты подходишь к сетке, пожать ему руку и пропустить ее вперед к судейской вышке, если такая есть. Хотя на нашем уровне проведения соревнований, скорее всего, будет один бродяга-судья на 5 кортов, ходящий в задней линии, и говорит: хорошо, хорошо, не спорьте, пожалуйста, дети, 2 мяча. Дети, не обманывайте, пожалуйста, друг друга. Я видел, что ты, мне кажется, не попал. Но я сомневаюсь, где стою я, где играете вы. Пожалуйста. Готовьте корты перед игрой. Проверяйте чистоту линии. Вы же играете на земле. Все видно. Понимаете, тысячи элементов, которые вы проходите. Молодцы. Вы просто молодцы.